Вот это розовый череночник у меня. Целая грядка. Вот здесь осталось еще два рядочка. Я здесь буду черенковать мускусные гибриды. А вот это вот то, что очеренковала. Флорибунды. У меня отдельно идут. Чайно-гибридные отдельно. Вот одна осталась у меня розочка с прошлого года. Wedding Bells. Уж больно она мне понравилась. Я хочу ее подсадить к основному кусту, от которого черенковала. Ну вот не все так уж прямо хорошо, я вам хочу сказать. Какие-то листики зеленые, какие-то пожелтели, какие-то даже покоричневели. Но разбираться с этим, я так думаю, буду уже весной. Сейчас они у меня... Да, вот я их прикрываю лутросилом, притеняю, потому что очень высокая температура и солнце шпарит, как бы они у меня не погибли. А в зиму они у меня уйдут вот под этими бутылями и отлично перезимуют.